Женский курс, он вытек из моего опыта общения с женской все-таки половиной земного населения. И он никаким боком, никаким образом не касается мужчин. Это только для женщин. Как это, мне нравится такая фраза, этот курс не для слабонервных. Женщина с помощью курса, вот этого курса для женщин, решает свои, ну, чисто женские вопросы. А какие это вопросы? Ну, во-первых, любой женщине, практически любой женщине, ну, если у нее нормально все с ориентацией, хочется создать семью, хочется иметь детей, хочется стабильности, хочется своего. Я называю это своей женской империей. И с помощью этого курса женщина начинает понимать, а как разговаривать с мужчиной, как направить его в ту сторону, в которую необходимо, как встроить мужчину в ту систему, которая ей больше нравится, которую она хочет создать, как вести в этой системе, как управлять этой системой, я имею в виду семью. Что нужно сделать для того, чтобы найти вот эту самую половинку свою? Что нужно сделать для того, чтобы правильный попался человечек, мужчина, правильный, нужный, который будет вместе с женщиной, так скажем, всю оставшуюся жизнь? Очень много вещей будет на этом курсе, ну, таких провокационных, что ли. Потому что то видение, которое существует сейчас у женщин, ну, наверное, в любом месте постсоветского пространства, да и не только постсоветского пространства, очень много вещей, которые неверны, что ли. Неверны в том плане, что, ну, например, женщина, девушка ждет своего принца на белом коне, но при всем при этом не понимает, а кто он такой, какой он такой. Вот эта система позволяет создать образ, понимание, знание того, что все-таки хочется получить в конце концов. По большому счету, эта система, опять же, одна из систем целеполагания, только женского целеполагания. И как все у меня, в принципе, эта система сработает на 100% только тогда, когда женщина прочувствует всем телом, всем сердцем вот то, что она хочет получить. С монахами соединяется как-то, пересекается с системой православных монахов? Нет, не пересекается. Она не пересекается с системой православных монахов, потому что система православных монахов, она все-таки направлена на как на мужскую, так и на женскую аудиторию. А вот этот женский тренинг, он направлен только на женщин. Это свой менталитет, это свой образ мышления у женщины, я имею в виду. Поэтому больше уклон идет на то, чтобы женская логика, женский ум понимал, а что, собственно, происходит, что, собственно, она делает, что нужно от женщины как таковой в этом мире. Здесь затрагивается и реализация женщины, здесь затрагивается и создание отношений правильных, гармоничных, здесь затрагивается и управление вот этой вот ячейкой, как это раньше говорили в советские времена, ячейкой общества. Сам по себе курс очень интересный, но в то же время для многих он будет противоречивый. Почему? Потому что здесь будут названы такие вещи, которые у русского, так скажем, славянского человека не укладываются в голове. Это надо переварить, принять и использовать. Вот это вот три этапа: переварить, принять и использовать. Это, ну, как, в принципе, ключ к любой системе, к любой технике, к любому тренингу, как хотите назовите.